слушали программу «Украина и мир», с которой вас ознакомил Игорь Мизер. Слушайте программы русской редакции украинского радио в 17 часов 10 минут и 20 часов 10 минут по киевскому времени на волне 549 кГц. «Украина и мир» – это программа о наиболее значительных событиях в Украине и за ее пределами, о положении украинских граждан на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, о достижениях в области науки, культуры, искусства и спорта. Хрещатик 26. Украинское радио. Перша година. Новини. Вітаю у студії Ольга Бандиш і на цю годину про таке. Представники різних церков прочитали спільну... Радиоканал, работающий в диапазоне средних волн на частоте 828 кГц с 9 до 17 и с 21 до часа ночи. Наш адрес для писем, пожеланий и пожертвований. 197-022. Санкт-Петербург. Абонентский ящик АЯ 122. Суворову Вячеславу Прокофьевичу. Адрес электронной почты. radioslovo@mail.ru. Круглосуточно и в любой точке земного шара вы можете слушать наши радиопрограммы на сайте www.radioslovo.ru. Участник программы в этом контексте глава молдавского государства отметила, что в октябре власти Тишинам приступят к процедуре подписания соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Федеративной Республики Германия о конверсии водительских удостоверений. Также моя сама напомнила, что пожертвования на медицину и здравоохранение, сделанные Германией с начала пандемии, составляют 11 миллионов евро. Во время брифинга для прессы Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил о срочных и важных инвестиционных проектах, таких как управление отходами и питьевой водой. По его словам, он доставил в Молдову дополнительную помощь братьям. Важно приглашать молодым людям в вашей стране перспективы для создания рабочих мест для молодых молдаван на их родине. Я привез пакет на... Уточнил Штайнмайер. Он добавил, что Германия желает усилить свое экономическое участие в Молдове. Подробности станут известны после молдавско-германских правительственных консультаций в ноябре, сообщил президент Германии и подтвердил, что его страна продолжает поддержку Молдовы как в условиях пандемии, так и в экономике и в вопросе инвестиций. Согласно информационному сообщению, президента Федеративной Республики Германии состоялся знак поддержки по телефону, проводимого президентом Республики Молдова Почти две трети своей жизни. Она нужна. Был ли Павел неправ, совершив то для всех женщин? Бог создал нас как бы одинаково. Привести некоторые соображения к Банка, бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Деловая активность в некоторых отраслях. Со ссылкой на источники. Уголовное дело связано с работой. Позитивная динамика в экономике сохранится. Как сообщалось ранее, профицит бюджета. Ранее были выявлены хищения, как минимум на 50 миллионов. 100 миллиардов рублей. Роскомнадзор должен занять...